Какие правила на воде необходимо соблюдать, знают практически все любители пляжного отдыха, начиная от самых маленьких купальщиков и заканчивая активными людьми пенсионного возраста. Однако, как показывает печальная статистика, знать не значит соблюдать. Часто человек выказывает элементарное пренебрежение к возможностям водной стихии и в полной уверенности, что угрозы нет, ныряет в незнакомых водоемах, не контролирует резкие перепады температур, а чаще всего и уровень алкоголя в крови. Все эти кажущиеся на первый взгляд незначительными детали часто приводят к непоправимым последствиям. Надо помнить о тех мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в период купального сезона. Первая, я уже сказал, основная причина – это злоупотребление спиртными напитками. Вторая причина – гибель людей – это 100%, только недосмотр со стороны взрослых родителей. Ну и, соответственно, соблюдать режим нахождения на солнце, соблюдать режим воды. Вода должна быть не менее 18 градусов. Потому что в противном случае в холодной воде или перегревшись, если погружаешься в воду, следуют судороги, то есть они имеют плачевные последствия. Следующий момент – это не всегда надо оценивать свои силы, не заплывать на особенно судоходную часть реки, потому что баржа, вот, в частности у нас тут в Бресте, вот, не нырять с лодок, там, не нырять вот еще особенно в незнакомых местах. С начала текущего года на водоемах Брещины утонуло 42 человека. Печальная цифра, меньше прошлогодней, но вряд ли это может служить утешением для тех, кто потерял близких людей. А потому стоит 1000 раз подумать, прежде чем, показывая молодецкую удаль, ловко нырять с незнакомого берега в еще менее знакомую реку. В этом году продолжается хорошая тенденция по снижению гибели на воде. И в первом полугодии этого года. Но и особенно вот начался купальный сезон, уже его пик, середина. И очень положительно то, что при купании тонет гораздо меньше, чем в прошлом году. Есть проблемы в этом году, они даже немного обострились, чем в прошлом году. Это много тонет рыбаков, к сожалению. И в зимнее время, и в летнее время. За полугодие 11 человек. Это много, это очень много. Поэтому, обращаясь к этому, к рыбакам, можно что сказать, что рыбак все равно будет рыбачить, но надо, чтобы имели спасательные средства, хотя бы жилет или веревку, чтобы можно было ему помочь, когда он терпит бедствие. Вода не прощает ошибок и пренебрежительного отношения. Несмотря на спокойствие водной глади белорусских рек и озер, это все равно стихия, которую простому купальщику точно укротить не под силу. А потому, приходя на пляж, нельзя забывать ни о правилах поведения, ни об уважительном отношении к природе.